Скажи, например, какой у тебя рейтинг сейчас? Нет. А вообще знаешь, что существует да, для сдачи? Конечно. Интересно ли за рейтинг бороться? Интересно ли просто сабмишн онли? Интересный формат турнира. Мы приезжаем, мы любим этот формат турнира. Нам нравится онли сабмишн. Мы уже здесь, получается, второй раз команды, наша команда Новоселов Тим. Вот, все очень интересно, конечно, ну, в принципе, желательно побольше народу. А так все здорово, ну побольше людей. Здорово, что такие турниры просто появляются уже. Интересно бороться на прием, всегда интересно бороться. Тем более, сейчас у всех много школ делают акцент на это. То есть люди хотят бороться так, не только за позиции. А чем отличается вот с точки зрения тренера или с точки зрения спортсмена подготовка к такому турниру? Ну, как бы, в отличие от обычного. Не, отличается больше навыков на болевые, на удушающие, меньше позиционной борьбы. То есть, ну, понятное дело, то, что чтобы задушить, к примеру, там, сделать какой-либо болевой, нужно ну, из хорошей грамотной позиции, с хорошим контролем. Но все равно больше атака, больше на атаку, вариативность атак. То есть приходится, грубо говоря, там, человеку знать там, не пару приемов, это точно там, знать тройку, как минимум, чтобы бороться в таком формате. А по мне, я готовлюсь одинаково, просто тренируемся и все как бы. Просто здесь плюс того, что здесь есть, ты можешь здесь именно свой стиль развить. Если ты работаешь с гарда, допустим, закрытого, ну, снизу с положения, тебе не нужно там торопиться, слеповать, что-то еще сделать. Ты можешь постоянно работать, развивать свою атаку, нагнетать. Это очень интересно. Нам нравится такой формат. Хотим передать привет в город Серпухов и в город Краснодар. Всем спасибо. Спасибо вам большое. Мы приедем, когда там следующий? В октябре. 17 октября. Вот мы приедем в октябре. Опять же, командой нашей большой.